Жителям региона напоминают об опасности передвижения по закрытым ледовым переправам. С 8 апреля в Томской области закрыты все региональные ледовые переправы и автозимники. Любое передвижение транспорта и людей по ним запрещено. Для обеспечения безопасности дорожного движения на всех переправах обслуживающие организации провели мероприятия по недопущению выезда автотранспорта. Установили запрещающие дорожные знаки, обустроили валы и насыпи, преграждающие выезд на лед. Но, несмотря на это, некоторые жители региона пренебрегают мерами предосторожности и передвигаются по закрытым и несанкционированным переправам, подвергая опасности свою жизнь и пассажиров. С наступлением устойчивой положительной температуры воздуха и началом активного таяния льда на реках и озерах возникает опасность провалов техники и людей под лед. Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев подчеркнул: «Обращаем внимание всех участников дорожного движения на недопущение выезда и выхода на закрытые ледовые переправы и соблюдение требований дорожных знаков. Нарушение правил безопасности на водоемах может привести к разрушению ледового покрытия и трагическим последствиям».